Вот. Это та самая сказка, с которой все началось. «Семь гномов, еще один». Это же сказка, издана в Италии на английском языке. Это же сказка, издана в Мексике. Давайте мы ее исполним. Послушайте. Композитор Евгений Баев написал для одного своего способного ученика. Техника игры у него была уже отточена, и юного музыканта нужно было заинтересовать чем-то особенным. Теперь герои музыкальной сюиты, написанные российским композитором и гитаристом, оживают в разных странах. Произведение полюбилось музыкантам и стало известным. Но, как говорит сам Евгений Баев, это было лишь началом. Началом грандиозного дела, о котором вы узнаете сегодня. С вами Елизавета Медведкина. Вы смотрите программу «Степень культуры». Сегодня список авторских сочинений Евгения Баева насчитывает более 600 произведений. Сложно поверить, но композитор, которого сегодня знают по всему миру, впервые взял гитару в руки, когда ему было уже 14 лет. Неведомая сила заставила его приобщиться к музыке. День и ночь Евгений Баев подбирал аккорды на семиструнной гитаре, любовался гармонией звуков. Это был первый, но не последний случай в его жизни, когда он доказал своим примером – нет ничего невозможного. Учиться музыке никогда не поздно. Наверное, при таком упорстве он мог бы стать прославленным пианистом, освоить любой другой музыкальный инструмент. Но их просто не было. Зона для политических заключенных, где прошло его детство, диктовала свои правила. Расскажите поподробнее о своем детстве. Вот, город Первоуральск 5. Это, вы знаете, называют его в народе Магнитка. Но Магнитка маленькая. Это не Магнитогорск город. Население где-то 5000 человек. Сосланы были учителя. Вот у нас учитель физики, учитель математики, учитель, например, русского, литературы. Все репрессированные. Они преподавали в школе в 20-х, где я учился. Вот все как раз вот были сосланы на Урал. И моя бабушка со стороны матери с 20, 4 девочки у нее было. И вторая бабушка с 3, трое детей было. Ужас вот этот, конечно. Ну, что ж там говорить, какая там музыкальная школа, там ничего. Ну, такая тяжелая психологическая обстановка. Музыка, наверное, была своего рода отдушиной, да? Наверное, скорее всего так, потому что, видите, появилось желание, эстетики человеку захотелось. Я не получал удовольствия от того, что вот голубей гоняют, как Леонид Ильич Брежнев любил гонять. Это для него наслаждение наивысшее было. Я не понимал, кто вот марки собирает, например, этикетки. Ну вот, в плане музыки это для меня просто было какое-то чарующее воздействие. Как раз где-то на мою молодость пришелся как раз ансамбль «Битлз», «Развитие», и что-то до нас долетало. И это очень, так сказать, интересно было. Хотелось подражать, хотелось найти блюзовые вот эти гармонии, тоника, доминанта, субдоминанта. Я их искал днями, ночами. Я не мог настроить гитару. У меня каждый день был разный строй. Под каждую песню я ее крутил, настраивал. Так как раз, может быть, лютнисты где-нибудь средневековья настраивали свои инструменты. У них инструменты были многострунные. Может быть, их было количество струн там до 30 достигало. Даже шутка была, что лютнист всю свою жизнь настраивает лютню. Вот и я то же самое. На семиструнке настраивал на каждую песню, играл. Вот, это, конечно, не выход был. Нужна была классическая гитара шестиструнная. Преподавателей не было. Но вот, тем не менее, вот каким-то образом что-то для себя, так сказать, извлек, чего-то научился. А когда вы поняли, что это не просто увлечение, вы хотите идти дальше, поступать в учебное заведение? А вот по мере продвижения, по мере того, что у меня стали выходить какие-то песенки, я все-таки клуб у нас немцы построили, пленные немцы. И в этом клубе организовался эстрадный ансамбль. И на семиструнной гитаре я в этом ансамблике начинал играть. Еще не зная нот, получается, или вы уже научились? Табулатуры, вот как Костя говорил, по табам. То есть обозначение латиноамериканское, С, Д, Ф, вот эти вот. Меня научили, показали эти аккорды. И у меня, помню, слезы выступали, когда зазвучала первая вот эта вот моя песня. Не то, что моя песня, кларнет, труба, контрабас, электрогитары не было еще, была простая семиструнка, и вот я вписался в этот коллектив. Очень было, конечно, мне трогательно.
И потом начали выступать, да? А потом уже, видите, решил поступать в музыкальное училище. Приехал с этой семиструнной гитарой в Свердловск, Екатеринбург, этот город сейчас называется. Меня, конечно, не приняли, потому что ну, человек не знает, гитара семиструнная. Сказали, ты что, парень, тут такие махры поступают, не место тебе. Поэтому на следующий год я на балалайку пошел поступать тоже. Выучил где-то песенку в «Осадуль в огороде», меня взяли без экзаменов. Научили нотам, гармония была, дирижирование, музыкальная литература. И я понемножечку, так сказать, на балалайке за 2 года научился играть. А на 3-м году обучения пришел преподаватель, закончивший, это был первый выпускник Уральской государственной консерватории по классу гитары. Легендарная личность Виталий Михайлович Дерун. Весь мир знает этого человека, как же его не знать. Вся Гнесинка – это его ученики. Вот, и вот он меня взял на 3-й год обучения как гитариста. Но предварительно дал условия. Говорит, за лето сделаешь программу 3-го курса, пойдешь как гитарист на 3-м. На 3-й курс. За лето я сделал программу, и он меня взял. Фактически за 2 года я как гитарист закончил училище. Вы очень целеустремленный человек, или вас не сломало то, что вас первый раз не приняли в учебное заведение музыкальное? Или вот настолько сильным было же это желание играть именно на гитаре? Нет, я не скажу, что я волевой какой-то там. Нет, я, наверное, слабый человек-то все-таки. Просто желание было непомерно сильное, как будто бы кто-то руководил этим. Мне это надо было. Почему? Не знаю. Неожиданно вдруг загорается какой-то огонек, начинаешь заниматься этим инструментом. Все неожиданно. Хотел сочинять музыку, но композитор профессиональный говорил, 24 года, поздно, парень, поздно. Вот. Поэтому я где-то взялся за 50, когда вот мне 50 лет исполнилось, занялся композицией. И стало получаться. Оказывается, никогда не поздно, видите. Ну, вообще считается, что музыкой лучше начинать заниматься с раннего детства. Родители стараются отдать детей в музыкальную школу с самых ранних лет. Но вы вот своим примером доказали обратное, что на самом деле, если чего-то очень захотеть, то никогда не поздно. Конечно, нет. Вот у меня ученики занимаются, 50 лет приходят, 60. Самый старый был 80 лет. Он занимался ровно 3 года. Когда ему 83 исполнилось, он болгаркой распилил руку и вынужден был прекратить занятия. Но и то я его встретил как-то в магазине, он говорит, заживет, приду опять. Но пока не приходит, наверное, не зажила ранка. Успешные такие люди обучаются вот, ну, в возрасте знаете, уже? По бабам. Вот такие люди, и то он формально выучил до ми фа соль си до. Но я ему показывал его любимые фронтовые песни, аккорды, он их запоминал, слова он знал. И вечером, конечно, ночью одинокий бобыль. Дочка уехала, жена умерла, остался один. И вот он вечером сядет, свечку, говорит, зажигаю, свет выключу и пою любимые песни. Вот, а я ему как раз эти аккорды помогал подобрать, ну вот скрашивал его жизнь, так сказать. Вот. Значит, давай попробуем начинать. Колокольчики. На самом деле люди как бы должны понимать друг друга. Ну, если один человек не понимает другого, то из этого, конечно, ничего хорошего не получится. Ну вот мне повезло с Евгением Анатольевичем. Он очень хороший человек, как бы, и мы друг друга понимаем очень, очень хорошо работаем, занимаемся. Музыка – моя жизнь. Как бы я в дальнейшем планирую поступать, наверное, в консерваторию, ну, высшее, как бы, музыкальное образование иметь. И потом, наверное, уже работать, выступать. Евгений Баев скрашивает музыкой собственного сочинения и произведениями других авторов будни своих учеников. И именно музыка, которую он так горячо полюбил в юности, однажды круто изменила и его собственную жизнь. Выйдя из подъезда, он сказал приятелю, послал бы Бог скрипачку. И ровно через месяц в дом по соседству приехала его судьба.
Елена Анатольевна, ни одна видеосъемка, пожалуй, не передаст ту гармонию, которая царит в вашей семье. Можно ли сказать, что вас с Евгением Анатольевичем связала музыка? Вы знаете, конечно, музыка. И даже по-другому, наверное, и трудно предположить. Ну и Господь Бог, конечно. Потому что момент нашей встречи произошел только благодаря Евгению Анатольевичу. Но его вел, наверное, Бог. Так случилось, что в 1994 году мы с родителями приехали из Латвии. Я вообще из Риги, как эта история, к сожалению, часто повторяющаяся. И тут же, в 1994 году, у нас на пороге появился композитор, которому нужна была скрипачка. И произошло это буквально через день. Потому что до того, так случайно тоже сложилось, мой папа, находясь здесь, в Твери, а я уезжала работать в Ригу, дорабатывать учебный год, я тоже работала там в музыкальной школе, они как-то случайно встретились, переговорили, и вроде как уже моя судьба была предрешена. Когда я сюда приехала в начале июня, меня уже вроде как и ждали. Но для меня это было просто подарок, конечно. Поначалу мы увлеклись, было предложено большое количество произведений. Это была и сюита «Детские сны» Евгения Баева, сюита «Контрасты», в каждой сюите по 9 частей. И как-то так закрутилось, сразу пошли концерты. И в первое же лето мы уехали на гастроли, и, собственно, вот прошло уже 20 лет. Наверное, неуместен будет вопрос, сложно ли жить рядом с творческим человеком, который постоянно погружен в свои мысли, потому что вы тоже человек творческой профессии, но и все-таки. Вы знаете, ну, может быть, в какой-то степени сложновато, но я не могу сказать, что это такая большая проблема. Потом мы очень разные с Евгением Анатольевичем, а это, наверное, и есть хорошо. Я-то человек больше дисциплины и слово, он более творческий, конечно, с ним нужно, его нужно понимать и принимать таким, какой есть Евгений Анатольевич, ну, а он у нас действительно интересный, уникальный в своем роде. И я благодарна судьбе, что вот так в моей жизни все сложилось. Как вы поддерживаете друг друга? Мы честны друг перед другом, пожалуй, и главное ни в чем не предать. Даже вот в чем-то в малом, даже в профессии. Главное быть на полном доверии. И, собственно, все само сложится. Дитя этого творческого союза, Маша, учится на первом курсе музыкального колледжа имени Мусоргского. Ежедневно она по 3 часа, а перед серьезными конкурсами и дольше, играет на скрипке, оттачивает мастерство. Я считаю, что не каждый ребенок может похвастаться таким талантливым отцом, вот как я. Вот ездила я недавно вот в Москву на международный конкурс, и мне папа все время звонил чуть ли не каждый час, ну как, ты не переживай, все будет хорошо. Он со мной не ездил, ездила со мной мама, вот, но вот я чувствовала с его стороны очень большую поддержку. Я собираюсь совершенствоваться, собираюсь поступать после окончания колледжа в консерваторию. И после, конечно, пойду работать по этой профессии. Может быть, сяду в оркестр и буду ездить по миру. Это, пожалуй, моя цель, к которой я иду. Ведь в оркестре работать очень здорово. Посещать всякие страны. Это, пожалуй, интересная достаточно профессия. А были когда-нибудь другие мысли? Попробовать себя в чем-то другом хотелось? Честно говоря, нет. Никогда я об этом даже не задумывалась, потому что я живу в этом обществе всю жизнь, и мне другие мысли даже в голову не приходили. Ну, Либерта. Ля-ля. Ну, идеально. Я умею настроить гитары. Вам, пожалуйста, первая запись сделана рукой Николы Паганини. Ну, я пришел к выводу, что он был левша. Почему? Потому что, видите, вот его ноты. От нотки штилей он ставит с левой стороны. По всей вероятности, ему было удобно
Видите, когда скрипач записывает ноты, ему надо положить смычок, записать, взять скрипку, поиграть, положить опять. Поэтому смычок остается в руке, перышком макнул чернильницу, записал. Тут даже есть его отпечатки пальцев. Вот здесь вот. Очень много. Видите, не было тогда штриха, чтобы это все замазать. Ему приходилось все вот таким вот образом. Здесь отдельно партия скрипки, во второй половине партия гитары. Ну вот видите, человек как пишет, вот попробуй здесь пойми. Поэтому здесь нужно сидеть с линзой, разглядывать все, смотреть. Вот нотка. Штиль с правой стороны. Это только может левша писать, конечно, я так думаю. Потому что мы всегда штиль с другой стороны пишем. 18 сонат Никола Паганини, написанный его собственной рукой. Но это ли не подарок? Конечно, это... У кого есть еще такой сборник? Напрасно ученые-мужи не верили, что у Евгения Баева тоже появится свой композиторский почерк. Начав писать музыку в 50 лет, он сломал все стереотипы. Изначально толчком к такому творческому росту послужил все тот же союз гитары и скрипки. В 1988 году появился дуэт «Музыкальные миниатюры», для которого Евгений Баев и написал концертный репертуар. Вы организовали дуэт «Музыкальные миниатюры». Вот расскажите, как это произошло и почему именно такое сочетание гитары и скрипка? Гитара и скрипка без рояля, видите, потому что иногда бывали концерты, где не было этого инструмента. Нет фортепиано. В поле приходилось выступать перед комбайнерами. Вот, концерты бывали, то на корабле можно было выступать, то приезжаешь, например, ну вот иностранные бывали, тоже вот у нас поездки в Германию, во Францию, там, например, в Финляндии, в Америку. Множество залов, но рояли или расстроенные, или фортепиано, или просто их надо привозить откуда-то. А вот здесь ведь гитару настроил, скрипка рядышком, но репертуара не было. А это не было одной из причин того, что вы начали писать музыку? Вам хотелось что-то создать? Это было самое главное. Вот у меня были 4 сонатины Паганини, которые в Германии были изданы. Это был наш первый репертуар. А потом в дальнейшем ведь надо было что-то и другое, например. Делали переложения Сарасаты, может быть, Чайковского, Рахманинова, Баха, например. Делали это все переложения. Это с фортепиано, с клавесина, с оркестра, с квартета. С каких-то ансамблей, делаешь для гитары, сидишь, работаешь, думаешь. Голова дымится, а надо. А как к вам приходят идеи музыкальных произведений? Вы знаете, иногда бывает, навеет какое-то воспоминание из молодости, из юности. Иногда космические просторы, вот, например, выйдешь, посмотришь небо, вот это же бесконечная философия. Мыслить, думать, откуда, что. И иногда такие мелодии бывают, которые невозможно записать, потому что звучат миллионы голосов, слышишь это все, ну как это сделать, это просто невозможно. Тем более для оркестра написать музыку, это просто что-то невероятное. Для оркестра, мне кажется, вы знаете, может быть, оно и легче писать. И там ведь представьте себе, если вот, например, было у меня задание для симфонического, например, оркестра, там 50 инструментов. Там скрипки, альты, виолончели, басы, контрабасы, флейты, кларнеты, гобои, фаготы, тубы, тромбоны. Это же краски. И ведь, например, можно было бы, используя эти инструменты, тему, если дать одному инструменту, другому, третьему, пока они повторяют, это благородно и красиво все звучит. А для гитары, например, написать полифоническое произведение, это гораздо сложно. Там, если ты не владеешь техникой игры на инструменте, ты просто не напишешь. Вся палитра звуков ожила в музыкальной сказке Евгения Баева «Приключения Чиполлино», написанной по произведению Джани Родари. Ее премьера состоялась в Москве, в Смольном соборе. Конечно, волнительно было. Представьте себе, сколько народа придет и придет ли вообще народ. Как воспримет эту сказку? Конечно, всегда волнуешься. Премьера все-таки, видите. И потом ведь актеры, там солисты Мариинского театра поют. Чтец. Фабио Пиролло, дирижер из Италии, у него свой оркестр в Чикаго, симфонический, правда. Он заканчивал аспирантуру нашей консерватории по-русски, я имею в виду нашу, это Санкт-Петербургскую консерваторию Римского Корсакова. По-русски он разговаривает, но когда он в Италию уезжает, мы с ним переписываемся, он латиницей пишет, ну все понятно.
Над созданием произведения трудились композиторы Москвы и Санкт-Петербурга, а выбрали версию, написанную именно в Твери. Теперь русский оркестр «Северный город» гастролирует с авторской сказкой Евгения Баева по городам России и других стран. Я сеньор помидор, красенья мне ближе, а служу с давних пор, у полежи свежи. Хоть и смотрят свисока, две графини. Как вы считаете, интерес к классической музыке сейчас возрождается или, напротив, она отходит на второй план? Вы знаете, интересная деталь. Вот если, например, взять какого-нибудь джазового гитариста из культпросвета, вот они любят играть, вот у них там... Вот если ему, например, поставить и надеть наушники Баха, например, как он на органе играет, например, фуга звучит или что-нибудь, я смотрю, у него начинают волосы шевелиться, потом, и они начинают подбирать эти мелодии. То есть первое знакомство состоялось, их не знакомят там. Если знакомят, так в наушниках, пока он едет где-то в маршрутке, где-то что-то послушал, вот это все. Нужно ведь не так, необходима обстановка. Создавать торжественную обстановку. Ты приходишь на концерт, волнуешься, как это все пройдет, интересно, чтобы все, загадка какая-то, какое-то таинство должно быть, понимаете, как-то звучит орган, полумрак. Ну, вот таким вот образом, понемножку, музыка, это же основа, это как раз земля, на чем, почему мы ходим. Если убери вот эту вот классику, это останется пена, сдуло, и все, нет ничего. Классика, основа. Я тоже был молодой, дрался из-за Битлз, из-за Высоцкого. Потом, когда вырос, когда перерос эту музыку, я уже смотрю, это как детский сад все. Тоже, ну, что ж сделаешь, раньше Высоцкий для меня кумир, все было. А потом наступает время, когда ты перерастаешь, когда ты читаешь философию Шопенгауэра, он тебе нравится, ты его читаешь, перечитываешь. Человек за всю свою жизнь написал книжку, которую издавал, переиздавал. Очень умный. А как вы относитесь к тому, что сейчас музыкальные, классические музыкальные произведения звучат в новой обработке? Появилось целое направление. Что это, вторая жизнь для классической музыки или что-то? Эстрадированные, если эстрадированные. Да, мне кажется, можно пробовать. Страшного ничего нет. Можно Моцарта, например, сделать, например, с ударником, например, электрогитара, синтезатор попробовать. По сути дела, запрещать-то это не надо. Вот, например, представьте себе, какая-то группа делает, например, целый концерт из произведений Моцарта, но именно вот с ударничком и добавляет какие-то ритмы. Другие попробуют, третьи уже не будут это делать, потому что это уже сделано, это уже готово, это уже есть. Ну, если мы сделаем, это будет, может, хуже, может, немножко лучше. Зачем мы это будем делать? Все. А если Моцарта играть, например, на фортепиано, его могут один играть, второй, третий, все. И все будут играть и любоваться гармонией. Самый божественный, конечно, композитор. И все-таки достаточно ли внимания сейчас уделяется именно классической музыке? Вот сейчас вот как раз вот меньше стали уделять внимание, потому что вот в музыкальной школе раньше строго была, например, классическая направленность. Теперь стали появляться, например, какие-то фонограммы. Но в музыкальной школе, мне кажется, надо все-таки как-то разграничить сделать, чтобы у нее было какое-то направление классического плана. Ведь классика, она огромная, такой пласт. Попробуй-ка его за эти 5-7-8 лет обучения выучить. А сбить с толку легко. Включил фонограмму, и все. Пустились люди в пляс. А родители безумно радуются, ну это же радость. Должна быть культура, понимаете? Если классики не будет, это все пропадет. Оно с чего-то начинает понемножку исчезает. А потом начнется вот это даже. Кому это понравится? Это же ведь, видите, везде должна быть какие-то все-таки хорошие отношения в любом обществе. Но тем не менее, вот выйдя на улицу, иногда посмотришь, думаешь, господи, глаза мои этого не видели. А что вам дает музыка в жизни? Ну, это вся моя жизнь, видите. Я просто не мыслю вне этого. Я просто бы не родился, наверное, бы, если бы печать не была бы сверху. Быть музыкантом. Просто меня бы не роди. Мать, когда... Я запомнила, она сказала, ты, говорит, будешь счастливой, потому что все-таки все, что связано вот с музыкой, это просто счастье. Вот я же писал где-то полгода вот эту сказку-то, да? Это ведь каждый раз, когда, ну, устанешь иногда, бывает, уже думаешь, все, приехали.
не идет материал дальше. А на следующий день спокойно садишься, можешь футбол смотреть и писать. Например, даже такое бывает. У многих из нас наверняка есть мечта. Но порой мы боимся не просто высказать что-то вслух, но и признаться самим себе в том, чего мы действительно хотим. Поверить в осуществление, казалось бы, невозможного. И совершенно не важно, что это. Желание научиться играть на гитаре, или написать книгу, или, может быть, заняться танцами в 40 лет. Не позволяйте душе покрываться внутренней ржавчиной. Не привыкайте к ожиданию, лишенному всякой цели. Задумав что-то грандиозное, вспомните об известном композиторе Евгении Баеве, который в 14 лет впервые взял в руки гитару, которого не хотели принимать в музыкальное училище, которому в 24 года сказали, что он никогда не будет писать музыку, а в 50 лет он доказал всем обратное. Вспомните и дерзайте. С вами была Елизавета Медведкина. Вы смотрели программу «Степень культуры». До новых встреч!